О, он уже туда убежал. Вон он, походу, бегает. Голову дал. Еще голову дал. Каска дефнула попадание первое. Кстати, видели, они сломали расположение оружия в руках? То есть, если ты целишься в типа, скажем, на 50 метров отдаления от тебя, он бежит с руками вот так вперед, ну типа вот так, а оружие просто висит у него в воздухе перед руками. Вот. The fuck? Бля, внутрь я уже не успею забежать. Это я боссу сунул две тычки в лицо? Ловко, блядь. Если остался вот этот Бёрд, как он там? Снайпер, короче говоря, он двигается беззвучно, совершенно. Бежит, бежит, бежит. Бежит, бежит, бежит. Давай, давай, давай. Вон, 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 вон он, сука! Готов. Давай, давай, давай! Мне кажется, все минус. Это, конечно, не точная информация. А мне кажется, да. На БПХах, само собой. Значит, первый был снайпер как раз-таки, которого я убил. Найс. Так. Угу. Угу. Дробовичок маленький с собой носит. Тактикал, да, все дела. Смотрите, какой бородатый дядька. Вон он, блядь! Блядь, ты что, ты ж мертвый уже? А чё, у них снайпер не всегда со снайперкой, да, получается, ходят? Получается так. Хотя нет. С него бот какой-то забрал снайперку, он должен быть с ремингтоном. С него бот снял снайпу. Сумка какая-то новая. А чё в неё кладётся? 14 слотов, кстати, маленькая вообще. Да, вот она. Вот так. А еще смотрю, какой-то ЧВК бежит.
Дал ему ляпаса. Это, кажется, снайпер, блин. Всем в голову. Пойдет. Они не продаются на барахолке. Да, а маска? И маска не продается. Бандана-то продается? Да, бандана продается. Ничего не принес. Ага, увидел, увидел, типа. Бляха, он ты меня тоже увидел. Как мне отсюда его распикать? Блин, отсюда вообще неудобно его распикивать. Если уж на то пошло. Господи, что ты запахался опять? Я же просто сел, а потом привстал. Блять, беги, 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 беги. Не, это нереально. 37 килограмм, я уже все. Просто задыхаюсь, блин. Лазер, спасибо еще за эликсир. Почему так мало врагов в Таркове? В смысле, мало. Знаете, интересно, он один был? Не один. Они троем легли за один камень. Меня кемпить. Нормально? Все в порядке у вас, ребятишки? Бля, сделайте клип вот этого момента, пожалуйста. Да. Более бездарных кемперов я, наверное, давно уже не видел. Маддавер второго. Вот он, собственно, лежит. И три челобота прямо за ним были. Так-так-так. Кот жирный, Генка поехавший и Андрюха собачник. Лежали за камнем. Звучит как начало анекдота. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.